Инфраструктурная среда центра Санкт-Петербурга. Мы вдоль каналов, где всевозможная историческая застройка. Конечно, здесь не супер-пупер застройка, есть домики вполне такие обычные, но есть получше. Вот, например, это здание очень даже ничего, с архитектурными излишествами и прочее, но вот это хоть часть историческая, но для тротуара сейчас очень узкая, очень много машин, слишком навязчивые вот такие вывески и двери. Двери нету, не вижу ни одной исторической двери. Все это не создает такого пространства исторического. И, ну, проще говоря, историческая среда теряет свою ауру и визуальную привлекательность, и по этим местам совсем не так приятно гулять, как могло бы было. Очень высокий буртик, кстати. Ну, очень высокий. А вот тут вот, да, красивый домик, однако. Притопило. Ну, видно, что оградка историческая, все такое. Тем не менее, тротуар надо расширять, это однозначно. Вот посмотрите, ну куда такое годится? Ну, вы все поняли. А домики красивые, и мосты некоторые очень даже. Ну, а подробнее о том, что не так с питерскими улочками, не со всеми, но со многими, и как это можно исправить, подробно читайте в моем живом журнале, ссылка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч и всего доброго!